Бронзовую медаль весовой категории 57 килограмм завоевала Алия Бекужина, спортсменка сочинского «Динамо». Алия в дополнительном периоде получила преимущество по замечаниям над пермской дзюдоисткой Екатериной Доценко. Бекужина является мастером спорта России по борьбе с самбо и дзюдо и уже неоднократно становилась чемпионкой и призером крупнейших турниров всероссийского международного уровней. В споре ведомственных команд лидерами стали динамовцы, обошедшие по очкам более чем в два раза дзюдоистов, представлявших вооруженные силы, и почти в 6 раз соперников из команды Министерства образования. Лучший результат среди региональных сборных показали представители Краснодарского края у мужчин и Московской области у женщин.